Наркомания давно стала общемировой проблемой. И, несмотря на усилия правоохранителей всех стран, не теряет своей актуальности. Наоборот, с появлением новых видов наркотиков бороться с ними становится все сложнее. Раньше одной из основных проблем, это у нас был планетарного, скажем так, масштаба, это были поставки героина из Республики Афганистан. То есть до 93% этого наркотика поступало в различные страны мира. То на сегодняшний день... Кроме этого, еще одна всплыла проблема такая серьезная – это поставки синтетических наркотиков. Синтетика пытается плотно закрепиться и в Забайкалье. За 5 месяцев этого года полицейские изъяли 16 килограммов наркотиков. Казалось бы, масса небольшая, но если разбить ее на разовые дозы, то количество их превысит несколько десятков тысяч. При этом производители синтетики никогда не знают, какой эффект окажет употребление человеком. Отсюда и ужасные случаи, когда в Бурятии мужчина, находящийся под воздействием спайса, убил свою новорожденную дочь и съел ее сердце. Человек буквально сходит с ума, и, к сожалению, потом помочь ему как-то решить какие-то эти вопросы, ну, то есть невозможно. И кроме того, тут опасность еще существует в момент именно потребления наркотика, то есть человек себя абсолютно не контролирует. То есть он может различные поступки совершить. Как сам, допустим, выпрыгнуть в окно, там, не знаю, там, отрезать себе что-нибудь, допустим. Так же, как совершить вот, преступление в отношении, допустим, не только просто посторонних людей, которые идут по улице, а даже в отношении своих близких, то есть те люди, которые будут рядом. Забайкальские полицейские стараются бороться с наркоманией по всем фронтам. Одной из главных задач – уберечь подрастающее поколение от пагубного влияния наркотиков. Для этого с детьми и их родителями проводят профилактические мероприятия – спортивные состязания, лекции, форумы. И хочется надеяться, что дети предпочтут футбольный мяч пакетику с порошком. Артем Кондратьев, Евгений Погорелый, ЗАП ТВ.